8-170. Вторая гора. И вот, соответственно, между ними труба, дует ветер. Вот это вот 7900, а вот это вот 8100 с чем-то. И вот как раз между ними можно считать, что гималайский хребет. И мы будем там тоже пересекать. Место силы, энергетика, вся. Здесь такой святой источник. Ну, источник тот же. Вот это вот Вишну темпл, да, который считается одним из главных вообще во всем Непале. И для хинду людей это одна из 108 храмов, которые как бы, ну, имеют значимость высокую, то есть которую, по идее, можно посетить. Так, вот 108 штучек. Явно не текут все с одной воды. Пытаюсь понять, что здесь понаписано, ну ладно. Ну как, он Мани Падме, скорее всего. Ты ступки. Да, что вот, во-первых, за далью даль в буквальном смысле, во-вторых, то, что существуют хорошие места, то есть действительно хорошие места. Тут, в принципе, тоже можно жить, приезжаешь сюда на автобусе, но тоже нужна виза, в смысле разрешения, но нужно совершенно. Вот, а самое смешное, что даже, да, вот, несмотря на то, что да, там, скептик и собаку съел, иногда можно даже в их игры поиграть, то есть можно посидеть по... Вот это женский монастырчик, девчоночек, как называется. Тоже здесь находится рядом. Больше не придумать, это
Шрим белой тары, вот можешь... Шрим белой тары. Вот еще тут один монастырчик. Самый первый из тибетских здесь. Это не женский. Это не женский, да? Не-не, это обычный. Вот тут Будда, Гуру Ринпоче и Тара. Вот, да, два раза по 7 чаш. Почему не один раз, почему не три? Ну, потому что так решили. Здесь два. То есть 7 чаш это традиция, а сколько раз по желанию. Слонена. Эти самые, вот эти ступы, это, скорее всего, это тоже реликвии каких-то лам местных. То есть это не захоронение, это просто в честь ушедшего ламы. Там, может быть, или волосы, или что-то еще. То есть такие ступы, это именно... Еще тут есть монастыри такие же, или все, да? Нет, почему? Есть новый. Нет, родил. Это старый, да? Самый. Конечно, да. Это самый нормальный. Так оно все. Я к тому, что этот камушек можно тут оставить, не ставь. Еще что-то. Все у тебя в это. Может, все что угодно. Камушек по ношению. Белый камень с другого монастыря. Типа от нашего. К вашему Будде. Это вот, кстати, такой хороший, это самое. То есть это ребята, как они называются? Да, как Кагью секта. Кагью. Кагью. Нашего Будди, вашему Будди. Все будем. Ну, как... Смотри, видишь, какая самая? Слон, обезьяна, заяц и птица. Мыслеобразы, да? Не, а почему они друг на дружке? Они в гармонии живут. А. То есть вот это как бы более философский подход. Ну, как ее они вообще более такие серьезные. То есть у них меньше. Шаманство, меньше магии, ритуалов, больше там, понимания. Мир, как мира, да, как он устроен. Да. Потому что, ну, понятно, секты разные, точнее, школы. У каждой школы несколько сект. А школы или течения их четыре. Нигма, Кагью, Гелок и Саке. А у них уже там подразделения.